Примерно в 1:00 в окрестностях Пролетарского района раздался крик женщины о помощи. Как выяснилось позже, ее 7-летняя дочь провалилась в канализационный люк. На счастье, рядом оказались неравнодушные граждане, которые сразу же вытащили девочку и вызвали скорую помощь. Тут мужчина сразу туда спустился, прыгнул или что-то, я не знаю, или его спустили, вот этот момент как бы не видели. Вот. Девочка там стояла на 1-3 метра, наверное, там, да, над водой. Вот. Он ее поднял на руки, вытащил ее за руки, короче, оттуда вытащили. Потом здесь ждали трос, чтобы мужчину вытащить, потому что он сам не мог оттуда это вылезти. Вот. Принесли трос, и тросом, короче, мужчину вытащили оттуда. К моменту приезда на место событий съемочной группы люк уже был окружен сотрудниками городских служб, которые решали его дальнейшую судьбу. Заполученная крышка была закреплена не очень плотно, что и послужило причиной несчастного случая. Внутри него текут канализационные воды, и это, по-видимому, смягчило падение девочки. Но она вся никакая. У нее такая высота. Вы видите, какая высота-то? Вообще невозможно. Я вообще, как она еще не переломалась? И вода там не захлебнулась. Она была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу. От комментариев там отказались до появления результатов обследования. Как стало известно, по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи проведут осмотр места происшествия, опросят возможных свидетелей и очевидцев случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, в рамках проверки следователями Следственного комитета будет установлена организация, обслуживающая указанную территорию. Ольга Данилова, Максим Тузин, Евгений Фролкин. Народные новости.